Джон Килпатрик получил видение о землетрясении, которое поразит центр Соединенных Штатов. Затем Бог сказал ему: «Грядет шторм, финансовая и природная катастрофа». Сейчас он советует людям сделать приготовление в отношении этого лета. Узнай, как ты тоже можешь приготовиться против грядущего кризиса. Существуют ли ангелы? Действительно ли происходят чудеса исцеления? Есть ли жизнь после смерти? Могут ли люди получить сверхъестественную помощь из другого мира? Предначертано ли наше будущее? Сидрот вот уже 25 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Смотрите новую серию программы «Это сверхъестественно». Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Мой гость Джон Килпатрик недавно услышал послание от Бога, в котором Бог сказал ему, что случится с США в ближайшие несколько лет. На самом деле это достаточно страшное послание, но в то же время одно из самых утешительных посланий, которое я когда-либо слышал для тех, кто имеет близость с Богом. На самом деле часть того, что говорится в этом послании, уже исполнилась. Он предупредил своих людей о грядущем экономическом шторме. Многие члены его церкви ушли с фондового рынка, сохранив десятки, а в некоторых случаях сотни тысяч долларов. Возможно, вы знакомы с Джоном Килпатриком по великому пробуждению в День Отца в июне 95 года в Пенсаколе, в церкви Браунсвилл. Расскажи мне об этом дне, Джон. Это был День Отца в 95 году. Дух Святой сошел на нас невероятным образом. Просто невероятно. Мы молились о пробуждении 2,5 года, и после 2,5 лет молитв о том, чтобы пришел Господь, если говорить о моем служении, я чувствовал себя отвратительным. Я проповедовал, но я не видел достаточно свидетельств того, о чем я проповедовал. Но я хотел видеть его больше всего. Если он исцеляет, я хотел видеть, как он исцеляет, я хотел видеть, как изгоняются бесы, хотел видеть то, что Библия говорит, может происходить. Я начал проповедовать, молиться и призывал церковь к молитве о пробуждении. Мы молились 2,5 года о пробуждении, прежде чем оно началось на День Отца в 95-м. Если бы кто-нибудь сказал мне, что на День Отца произойдет пробуждение, я бы не поверил ему, потому что, по-моему, это был неподходящий день для пробуждение. Может, на Пасху или на День независимости. К нам приезжали люди со всего мира, чтобы вкусить ставшего редкостью воздуха с небес. Более 4,5 миллионов человек приехало. Сотни тысяч были спасены, приняв Мессию. Но расскажи мне об этом дне. Что ты лично пережил? Когда я сошел со сцены тем утром, евангелист Стив Хилл был у нас тогда в гостях. Он провел с нами следующие 5 лет, но никто из нас тогда об этом еще не знал. Я сошел со сцены и почувствовал что-то вокруг моих ступней. Такое чувство, как будто воздух уплотнился. Было странное чувство вокруг ног. Какое-то странное чувство. Я молился за одного человека, и когда он отошел, это чувство усилилось, как будто что-то стало вращаться вокруг моих ног. Я не мог двигаться. Я не мог поднять ногу, чтобы сделать шаг. Впервые в жизни я не мог контролировать свое тело. Короче говоря, когда я поднялся на сцену к Стиву, я сказал церкви: «Люди, это то, о чем мы с вами молились. Вот оно. Принимайте». И как только я, как пастор, сказал «принимайте», на нас снизошло такое присутствие Божие. И знаете, это выглядело как поле сражения. Присутствие Бога стремительно снизошло на собрание, а нас было тем утром 1700 человек. Многие из них попадали на пол, хотя их никто не трогал. И я говорю о бизнесменах, о людях, которые владеют своим бизнесом, лидеры корпораций, а также и самые обычные люди. Все люди, без исключения, все попадали на пол. Это те люди, которые владеют собой и своими чувствами. Скажи мне, как это оказало влияние на детей? Я лежал на полу, пролежал на полу 4 часа. После 2 часов, как я лежал на полу, а я мог открывать глаза, я все слышал. Я знал, что Бог был в помещении, я знал, что Он был на мне. Я не знал точно, сколько людей все еще было вокруг, но, по-моему, большая часть собрания оставалась в зале. Было около 2 часов дня. Родители не могли пойти за своими детьми. Родители находились под воздействием силы Божией, и где-то в 2:15, 2:30
Учителя воскресной школы не могли больше держать детей, и они привели 350 детей из воскресной школы в главный зал. Сколько буду жить, никогда не забуду звук, который я слышал, когда дети устремились в присутствие Божие. Это напомнило мне, когда Иисус был в храме, в Библии написано, как саддукеи сказали ему, вели им замолчать. А дети восклицали «Осанна! Осанна!», а они сказали, вели им замолчать. И Иисус им ответил, «Разве вы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И я услышал этих детей, как они плакали и кричали, «Иисус! Иисус!» Сотни детей одновременно. Сотни детей не могут подделать что-либо такое. Когда ты рассказываешь о том, как дети переживали Бога, когда ты был молодым человеком, твой отец оставил семью, и твой пастор стал для тебя как отец. Он оставлял тебя, молился за тебя. Его почти не выгнали из церкви. Ты очень грустил, ты был на молитвенном собрании. Расскажи мне об этом. Как вся атмосфера вдруг изменилась? Это было молитвенное собрание. Пастор уже собирался оставить церковь. Нас было 17 человек. Обычно мы молились в темноте. Никакого освещения не было включено. Пастор сказал нам тем вечером, что он собирается переезжать во Флориду. Мне было очень грустно из-за этого. Я сам был не свой. Я сел в середине зала, потому что я не хотел, чтобы он видел, как я плачу. Когда наступила полночь, а мы обычно начинали молиться примерно в полночь, я несколько раз начинал молиться, атмосфера была тяжелой, такой плотной. Я тогда был всего лишь мальчишкой. Я не был воином. Это был всего лишь 15-летний парень. Обычно молитвенное собрание длилось от полутора до двух часов. Но уже через 20 минут я увидел, как один мужчина обулся и сказал, «Я иду домой». Потом он выпрямился и сел ровно. Все сидели вместе в одной части здания, кроме меня. Я почувствовал себя странно и решил сесть рядом с моим пастором. И когда я сел рядом с ним, неожиданно нечто святое снизошло на зал. Входные двери в наш зал закрывались 5 разными способами. Большие металлические двери кверху, а они шли вот так. 2 задвижки были наверху дверей. 2 задвижки были внизу, замок с ключом и еще засов. И потом какая-то сила, как будто взрыв возле дверей, и обе двери резко раскрылись настежь. Давление на двери было такое сильное, что на стене за дверью до сих пор остались следы от удара. С порога в фойе зашел один ангел. Он повернулся и стал там, где обычно молился пастор. И за ним вошел еще один. И он стал рядом с полкой для книг. Они стояли там, как воины, как солдаты по стойке смирно. Они были одеты не так, как нам обычно кажется, одеты ангелы. На них не было белого, крыльев тоже не было. Хотя они выглядели как воины, но я не видел оружия. Они были одеты в грубую одежду, как воины. Они стояли там, такие огромные. Они не обращались к нам. И мы не обращались к ним. Они стояли там, казалось, несколько мгновений. Они были как из другого мира. Первый, который вошел, отошел от стены. Я не знаю, как долго они там были. Он сделал шаг, как солдат, потом повернулся, пошел посередине прохода в зале, потом еще раз повернулся и растворился во тьме. Второй сделал то же самое. Я был просто поражен, потому что все, кто были на собрании, это были мужчины, а я был всего лишь 15-летний мальчишка. И увидеть все это в 15 лет, в моем уме обозначилась определенная парадигма. А все ли видели ангелов? Да, все. Нас было 17, и все это пережили. Для 15-летнего мальчишки это что-то изменило во мне. Я понял, что больше никогда не буду следовать обычной религии. Я видел что-то, что я знал, являлось сверхъестественным. Я знал, что это реальность. На следующем собрании в среду Бог явился. Что случилось с церковью? Когда ангелы ушли, пастор повернулся, чтобы пойти закрыть дверь.
Мое первое переживание силы Божией было тогда, когда появились и вошли ангелы. Они ничего не сказали, они не махали оружием, но мы все просто рухнули на пол. Я помню, как на утро поднялось солнце, и солнечный свет стал светить мне в глаза через окно. Двери были все еще открыты все утро понедельника. Следующее собрание по расписанию должно было быть в среду вечером. Но в те дни мы молились каждый вечер. Иногда на молитве был только я и пастор. Иногда нас было 30 человек. Все мужчины. Иногда, как это было тем вечером, нас было 17. В среду вечером у нас было обычное собрание, но церковь была полна народу, так как молва уже облетела всех. Да, я тоже бы пришел. Конечно, я тоже. Ничего выдающегося в то время служения не произошло, за исключением того момента, когда пастор сказал «склоните головы для молитвы». И как только люди склонили головы, 38 человек съехали со своих сидений на пол и получили крещение Святым Духом. Настолько изменилась атмосфера в церкви с момента посещения ангелов. Здесь такое присутствие, почти река Божия в этой студии. Чья-то шея была исцелена прямо сейчас, и помазание в области головы, носовые пазухи открываются прямо сейчас. Но Джон готов рассказать вам о некоторых событиях, которые произойдут с Америкой. Оставайтесь с нами. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Один новый человек. Ибо он есть мир наш, соделавший из иудеев и язычников одно, чтобы создать в себе самом, его целью было создать одного нового человека. Сид Рот нашел ключ к всемирному пробуждению. Это Божье время достичь еврейский народ его любовью. Мессия Иисус разрушил стену, разделяющую иудеи и язычника. Оба они составляют одного нового человека, чтобы повлиять на весь мир. Божий метод для достижения еврейского народа — это чудеса и знамения. Вот почему на нашем сайте вы обнаружите множество чудес и знамений, чтобы понять Израиль и еврейские корни. Посетите наш сайт сегодня. Мы возвращаемся к программе «Это сверхъестественно». Привет, с вами Сид Рот с Джоном Килпатриком. Джон, в апреле 2008-го ты видел видение. Что Бог показал тебе? Очень настораживающее видение, таких раньше у меня не было. Когда я проснулся, я почувствовал себя очень беспокойно, настолько сильно, что попросил свою жену побыть рядом со мной. Я уже не молодой человек, но у меня такого никогда не было. Подобного я раньше никогда не переживал. Но я видел землетрясение, которое произошло. Это было показано мне в несколько стадий, не буду вдаваться в детали. Господь показал мне, что землетрясение поразит центральную часть страны, там, где находится Новый Мадрид. И это было настолько реально, что когда Господь показал мне это, я проходил мимо телевизора. Я могу понять это. Настолько реально это было. Но Господь показал мне, я верю, что если мы будем пытаться обмануть Иерусалим, если наш госсекретарь и президент будут продолжать давить на Израиль, чтобы они оставили свои земли, чтобы оставили Иерусалим ради достижения мира, я верю, что сильные землетрясения поразят Америку. Другими словами, ты говоришь, что если мы будем давить на Израиль, чтобы они разделили свою землю, наша земля будет разделена. Я верю в это всем сердцем. Я совершенно в этом убежден. Это было прямо в центре страны. Что я видел там, это была Индианола. Как на старой испанской карте, я видел Индианолу, потом немного на юго-западе я увидел слово «Европа». Та, что в Миссури. Если наложить геологический разлом Нового Мадрида между Индианолой в Иллинойсе и Европой в Миссури, то, в общем, получится почти точная реплика новомадридского разлома. Я не буду вдаваться в детали видения, но это была очень реалистичная картина. Несколькими днями позже ты слышал голос Божий. Это было во вторник, а в субботу утром я проснулся, и, пробудившись, я услышал, как Господь говорит ко мне, «Грядет шторм». Я живу в зоне ураганов на берегу Алабамы, и я знал, что это будет не ураган. Я знал, что это будет экономический шторм, который должен наступить. И сразу на следующий день, в воскресенье, в моей церкви, я честно рассказал церкви, что я видел. Я сказал, вы можете отнестись к этому как хотите, но я чувствую, что Дух Святой показывает мне, что грядет экономический шторм. И я хотел бы, чтобы вы были готовы. И начиная с того момента, даже
Когда все готовились к проблеме 2000, даже когда все готовились к проблеме 2000 YK2, я никогда не призывал церковь запасаться едой и водой или делать что-либо подобное. Никогда не чувствовал, что я должен это делать. Но это было в мае 2008 года, а финансовая катастрофа разразилась в сентябре. И все еще продолжается. И одно из того, что Дух Святой сказал мне, было приготовиться против лета, к этому грядущему лету. Лето начинается в июне, во второй половине июня. Я не знаю, почему он сказал «приготовься против лета». Не к лету, но против лета. Поэтому я действительно чувствую, что церковь должна быть приготовлена к тому, что грядет. Я очень призываю людей сейчас не пытаться нагнать страха. Я не из таких людей, которые делают это. Но я рекомендую людям, если у них есть возможность, запастись бобами, рисом, наличностью и тому подобное. Сделать все необходимые приготовления, приготовить себя и свои семьи. Потому что я верю всем своим сердцем, что если президент Обама и госсекретарь Клинтон будут продолжать давление на Израиль, чтобы тот оставил Иерусалим и часть своих земель ради сохранения мира в регионе, то Америка станет на путь к краху. Я верю, что наша земля будет разделена, и это может быть финансовый конец и конец той Америки, которую мы знаем. 1 января 2009 года Бог проговорил Джону еще раз и дал ему 12 пунктов того, что вскоре должно произойти в США. И хотя естественной реакцией может быть ваше огорчение, когда вы будете слушать эти пункты, но в сверхъестественной реальности я никогда в жизни не слышал более ободряющих слов от Бога для тех, кто имеет близкие отношения с Богом. Для тех, кто имеет эту близость с Богом, для них это будет наилучшее время в их жизни. Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту. Не уходите далеко. Вы услышите это потрясающее пророчество. Мы вернемся через минуту. Один новый человек. Обращение евреев и язычников. Два становятся одним, новым человеком в Иешуа. Когда христиане и евреи становятся одним новым человеком в Мессии Иисусе, мы испытаем такое движение Божие, которого мир еще не видел. Если ты хочешь пережить явное излияние Божьего Духа, Божьей любви, Божьей силы, посети сайт www.sidro.org, чтобы узнать больше про одного нового человека. Это сверхъестественно. Привет, я Сидрот с пастором Джоном Килпатриком. Джон, как он говорит, занимаясь своими делами, обедал со своей женой. Кто-то сделал что-то приятное, они оплатили счет, и неожиданно Бог проговорил к нему. Что он сказал? Первый день 2009 года, 1 января, Дух Святой проговорил ко мне и сказал, «Я дам тебе пророчество из слова, состоящего из 12 букв». Он сказал, «Каждая буква — это будет пророческое слово, которое я скажу тебе. И это не только на этот год, но и на следующие 3 года». Я тут же стал думать, что это может быть за слово, в котором 12 букв. Но Дух Святой сказал, «Нет-нет, я дам тебе слово». Это слово «воскресение». Я быстро посчитал в уме, и, конечно же, получилось 12 букв, как и сказал Дух Святой. Он начал, и это было больше похоже на загрузку в компьютере, чем на слушание отдельных параграфов, больше похоже на загрузку. И я быстро все это записал. Когда это все должно произойти? Я верю, что в течение ближайших 3 лет. Что бы я хотел сейчас сделать, так это поговорить о некоторых буквах и что значат те слова, которые они начинают, какие пророчества они открывают. Например, «С» — знамение в небе. Да, «Р» и «С». Когда он дошел до буквы «С», я услышал, как Дух Святой сказал, «Будет значительное увеличение сверхъестественных знамений в небесах». Он сказал, что это не будут природные явления, и никто не будет в состоянии объяснить их. Он сказал, будут сверхъестественные знамения в небе. И он сказал, «Я хочу, чтобы ты говорил об этом и приготовил моих людей, приготовил церковь, потому что...» Он сказал, «Если церковь не будет приготовлена, эти знамения будут ужасать их, они будут напуганы». Но он сказал, «Если они будут подготовлены, то они поймут, что эти знамения — это знамения моего прихода». Что я заметил, так это то, что все, что Бог показал тебе, несмотря на то, что будут происходить ужасающие события, они будут огромным ободрением для нас.
Когда ты чувствуешь, что нечто подобное связано со скорым его пришествием, то ты обнаруживаешь, что ожидаешь очередного события, потому что это дает тебе знать, подтверждает тебе, что Господь скоро придет. Расскажи про букву «С», подсвечник. Подсвечник. Господь сказал, что Он сдвинет, уберет некоторые подсвечники в этом году и в ближайшие 3 года. Некоторые из них будут большими. Подсвечники — это служение, а служение — это церкви. Я думаю, что это будет полная перестановка в служениях. Да, я тоже. Я имею в виду, что Бог уберет старые, застывшие и даст новые и свежие. Грех прокрался, закваска попала внутрь, и все заражено, загрязнено, осквернено. И Господь сказал, что Он не собирается этого больше терпеть. Он никогда не терпел и никогда не будет. Он святой Бог. И Он сказал, что собирается удалить некоторые подсвечники, а подсвечники в книге Откровения означают «церкви и служение». Но то, что было ободрительным в том, что Он сказал мне, «Я не удалю подсвечник без того, чтобы не заменить старый на новый». И это будет по сердцу моему, и те служения, которые я установлю, будут светить ярко в эти темные часы перед моим пришествием. Я верю, что это будет полное изменение в таком деле, как христианское телевидение. Это будет нечто новое, нечто волнительное, и все светское впервые устремится к тому, что Бог делает, как это будет показано по телевидению. Я не знаю, насколько это уместно сейчас, но я хочу сказать вам лично, я благословляю вас за эту программу о сверхъестественном, потому что вы человек, жаждущий по сверхъестественному от Бога. Вы не присытились, но остаетесь жаждущим. И всегда, когда я смотрю ваши программы, я получаю благословение. И Бог поднимает и поднимет еще больше таких, как вы, прежде чем придет Господь, и они будут говорить о том, что делает Господь, и это будет неопровержимо и неоспоримо. То, что Дух Святой делает на земле, будет сверхъестественным движением Бога, будут происходить сверхъестественные события. И так много людей сегодня привыкли к религии, что они отвергли все сверхъестественное. Я хочу, чтобы вы увидели, как сверхъестественное случилось с общиной Джона Килпатрика в Пенсаколе во Флориде. Молодая девушка начала пророчествовать, и затем они пели песню. И у вас будет такая близость с Богом, которой вы никогда не имели. И я видел вас на этом видео. Давайте посмотрим это видео прямо сейчас. Я знаю, что Бог любит людей так сильно, и Он торопится. Он хочет каждый. Немного времени. Ему больно. Он печалится о вашем духе. Он печалится о вас. Иисус грядет. Придите к престолу благодати. Я могу войти в Его присутствие без страха. Я бегу. Я бегу, устремляюсь к престолу благодати, куда зовет меня Иисус. Иисус, Он грядет. Everyone at the altar, keep your heads down and keep going after God at the altar.
Как можно смотреть на это и не сделать что-либо? Бог спешит, и Он избрал тебя. Он готов открыть себя тебе таким волнующим способом. И Он ждет всего одного человека, тебя. Это не чувство, это не эмоции. Это решение. Ты решай, хочешь ли ты Его милости или того, что предлагает мир. Ты решай, хочешь ли ты Его любви или любовь этого мира. Ты решай, хочешь ли ты Его мир в сердце или то, что предлагает тебе этот мир. Я буквально чувствую слезы. Слезы текут из моих глаз о тебе. Бог плачет о тебе. Сделай Иисуса твоим Мессией и Господом сейчас. Сейчас. Это сверхъестественно. Сверхъестественное.